Меньше чем через неделю взрослые и дети смогут проводить досуг по-зимнему, играть в хоккей и кататься на свежезалитом катке. А прямо сейчас ледяной настил наращивает бригада рабочих. На данном этапе производится наращивание, наморозка льда с пожарных рукавов. Наливается основная масса воды, потом проходит ледозаливочный комбайн. Соответственно, с горячей водой уже полирует и получается ровный лед. Здесь же, рядом со стадионом, было проведено оперативное совещание по вопросам обустройства катка и прилегающих к нему зон. На собрании присутствовали представители администрации, занимающиеся данной темой. Вывоз, конечно же, снега, установка звукового оборудования профессионального, установка вышек и профессионального светового оборудования. Сегодня собрались, чтобы вот эти вопросы все решить, обсудить. Очень много служб собралось для того, чтобы подготовить это шоу и все, чтобы прошло на высоком уровне. В этом году первыми испытателями катка станут знаменитые фигуристы, которые приедут на его открытие с концертной программой специально для жителей округа. 15 декабря в 21:00 большое гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». К нам приедет очень много известных спортсменов, которых вы можете увидеть на катке, который сейчас заканчивает свой монтаж. Каток бесплатный и будет работать в период с 15 декабря по 1 апреля. Если у вас нет собственных коньков и защитной экипировки, не беда. Все необходимое можно взять в аренду здесь же на весь сеанс. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.